промышленном центре Донбасса в городе Лисичанске. Это второй по численности населения и объему выпускаемой продукции город Ворошиловградской области. Лисичанск – это город рабочий, город труженик. Своим рождением он обязан богатым залежам угля, найденным здесь более 2 веков назад. В 1795 году в урочище Лисьябабка была заложена первая шахта Донецкого угольного бассейна, и с этой даты начал отсчитывать годы своей жизни город. И совершенно справедливо Лисичанск называют колыбелью Донбасса. Вот что рассказывает первый секретарь Лисичанского горкома партии Вячеслав Иванович Лугач. Город Лисичанск – это исторический город. Он всецело связан с историей своей страны, и первое свое зарождение уходит глубокими корнями в историю нашей Родины. Первое свое рождение город Лисичанск получил с момента открытия первого угля в Донбассе и с открытием первой шахты в городе нашем и с историей связан первооткрывателей Донбасса. Вторую историю город Лисичанск получил с момента зарождения промышленного производства непосредственно в России. Первое содовое производство, первое стеклянное, это были построены и пущены в городе Лисичанск. Большой уголь и большая химия всегда идут бок о бок. Вот и Лисичанский орден Ленина содовый завод имени Владимира Ильича Ленина – старейшее химическое предприятие не только города, но и всего Донбасса. В 92 году он будет отмечать свой столетний юбилей. Продукция лисичанских содовиков – это 520 тысяч тонн кальцинированной соды в год. Это хлористый аммоний и хлористый кальций, пищевая сода и многое другое. Достаточно сказать, что только за сутки более 60 вагонов с продукцией Лисичанского содового завода отправляются в различные уголки Советского Союза. Уголь – это энергия, и вполне естественно, что именно здесь, в непосредственной близости от места его сжигания, должны строиться электростанции. Поэтому, согласно ленинскому плану ВВРУ, была построена Лисичанская ТЭЦ, обеспечившая тогда электричеством этот бурно развивающийся регион Донбасса. Славные революционные, боевые и трудовые традиции у лисичанцев. Многие жители города с оружием в руках защищали революцию в рядах первой конной армии на полях гражданской войны. В бывшей заводской казарме, где ныне 17-я 8-летняя школа, размещался госпиталь, в котором лечился легендарный Олег Дундич. История на мирное время и 20 лет не дала, как будто злой чародей опустил над Донбассом и всей нашей страной черный занавес, на котором было начертано 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Уже осенью враг приблизился к Лисичанску. Для жителей города лозунг «Все для фронта, все для победы» стал смыслом и содержанием жизни. Несмотря на близость фронта, постоянные обстрелы и бомбежки, город жил и работал. До самого последнего момента шел на гора Лисичанский уголь. Но пришел июль 42-го, и Лисичанск разделил трагическую оккупационную долю тысяч других городов и деревень нашей земли. Больше года хозяйничали здесь оккупанты, но так и не смогли сломить сопротивление горожан. Практически не работало ни одно предприятие города, а попытки возобновить добычу угля окончились провалом. После тяжелейших боев в сентябре 43 года наши войска освободили Лисичанск. Разрушено было все, и начинать надо было с нуля. И восстановили, и сделали город еще краше. С
Слава и благодарность наша тем, кто освободил и возродил колыбель Донбасса. Лисичанск был первой кузницей шахтерских кадров не только для Донбасса. Лисичанские горняки принимали активное участие в разведке и добыче каменного угля в различных регионах страны. Вполне понятно, что именно в Лисичанске в 1773 году была открыта штейгерская школа для подготовки мастеров рудного дела, затем горный техникум. Всего вышло из этих стен 17 тысяч специалистов. Сегодня ежегодно выходят 400 горняков по 6 специальностям. В 1973 году техникум награжден орденом Трудового Красного Знамени. А ведь все началось с маленькой штейгерской школы, чей первый выпуск в 1876 году составил всего 2 человека. Долгое время здесь преподавал известный русский геолог Леонид Иванович Бутугин, а посетивший школу великий Менделеев оставил такую запись. Лисичанская школа дает именно тот класс практических деятелей, каких вообще мало выпускают наши учебные заведения. Вообще, пребывание Менделеева в Лисичанске, глядя из сегодняшнего дня, кажется вполне закономерным, как будто великий химик предвосхитил будущее города. Ведь сегодня Лисичанск – это не только и не столько уголь, а бурно растущее химическое производство. И несомненный флагман здесь – Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Это действительно гигант нефтехимической индустрии СССР и самое молодое предприятие города, в то же время самое крупное по объему выпускаемой продукции. Достаточно сказать, что НПЗ выпускает бензин, дизтопливо и другие продукты переработки нефти на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Развитие производства и социально-бытовой сферы такого гиганта, как НПЗ, не может не сказаться на перспективах развития города в целом. Заводу резинотехнических изделий имени 50-летия СССР,
одному из крупнейших предприятий Союза в этой отрасли. Первую свою продукцию завод дал в 65-м году, и сегодня он выпускает свыше 15 тысяч наименований изделий для различных отраслей промышленности и экспортирует продукцию в 23 страны мира. Должное внимание завод РТИ уделяет подготовке своих профессиональных кадров, чем уже 25 лет занимается Лисичанское профтехучилище номер 94. Здесь готовят для завода высококвалифицированных прессовщиков, электромонтеров, слесарей-ремонтников. Лисичанский завод «Строммашина» создает столь необходимое сейчас технологическое оборудование для крупнопанельного домостроения. В частности, заводу поручено изготовление крупнощитовой объемно-блочной опалубки для Армении, позволяющей возводить дома повышенной сейсмостойкости. Лисичанская фабрика технических тканей. Она введена в эксплуатацию в 70-м году. Продукция фабрики, тяжелые технические ткани, бельтинги идут на изготовление особо прочных конвейерных лент для предприятий угольной и горнодобывающей промышленности. Здесь выпускается также основа для выпуска длинновых ремней и фильтровальная ткань для добытчиков нефти, газа и драгоценных металлов. За год выпускается свыше 31 миллиона квадратных метров технических тканей. Лисичанский завод редких газов. Предприятие в своем роде уникальное, редкое. Таких в Союзе можно сосчитать по пальцам. Он возник на месте прежней станции «Подземгаз». Ныне это современное, высокосложное предприятие вырабатывает свыше 1,5 миллионов кубических метров редких газов в год. Это кислород, криптон, ксенон, аргон. Без продукции этого завода была бы невозможна специальная сварка сверхчистых металлов в атмосфере инертного аргона. Не загорелись бы лампы с поэтическим названием «Дневное солнце». Высокоэффективная технология вместе высокоточным лабораторным контролем позволяет выпускать продукцию только отличного качества. Обычное стекло, без которого просто невозможно представить себе современную жизнь. Его выпускают на Лисичанском стекольном заводе –
более 22 миллионов квадратных метров в год. Для наглядности представьте себе 1000 девятиэтажных жилых домов. Так вот, их можно застеклить годовой продукцией завода. Цех товаров народного потребления выпускает стеклоплиты и хрустальную посуду. Хрусталь не признает серийного производства. Машинам он не под силу. Чтобы получился чистый, звонкий, искрящийся хрусталь, нужны чуткие человеческие руки, начиная от плавки, выдувки, закалки и кончая тонким рисунком, который наносят мастерицы-художницы. Представить 450 торгов из разных концов страны, которые с удовольствием покупают для продаж населению 25 миллионов елочных украшений, выпускаемых за год фабрикой. Лисичанск мало уделял внимания своей внешности. Ну что ж, будем считать, что все у него впереди. Thank you.
всегда многолюдно. Редко кто уходит отсюда с пустыми руками. Об этом свидетельствует и годовой оборот универмага – 20 миллионов рублей. В день в среднем универмаг «Донбасс» обслуживает 10-12 тысяч покупателей. И его работники стараются сделать все, чтобы люди ушли отсюда довольны. Нефтеперерабатывающий завод имеет 4 детских комбината. Это один из них, носящий нежное, ласковое имя «Дюймовочка». Веселый городок – подарок лисичанских нефтепереработчиков в городской детворе. Только неравнодушные люди к детям соорудили этот сказочный городок. Своему делу – это отличительные черты творческой натуры. Работы лисичанской самобытной художницы Евдокии Елизаровны Гудковской отличаются своеобразными почерком и техникой – интарсия, коллаж из кожи, художественная гладь. И вслушайтесь только в название работ. На семи ветрах – осень, отговорила роща золотая, русское поле. Произведения Евдокии Елизаровны экспонировались в Москве, Киеве, Калининграде и даже в далекой Южной Бухаре. Совсем недавно начал он работать, но у лисичанцев он пользуется большой популярностью. Каждый месяц более 8 тысяч горожан посещают этот оздоровительный комплекс. Занимаются здесь группы здоровья, детские лечебные группы. Опытный персонал поможет вам в лечении сколиоза. Желающие могут воспользоваться мануальной терапией. К вашим услугам сауны, парикмахерская, фатари, кафе. Ведь не секрет, какое настроение будет у тебя после отдыха, такое же оно и будет перед работой. Приволье. Красивое, какое-то легкое, словно ветерок, название у этой местности. В живописном уголке на берегу Северского Донца построен шахтерский профилакторий-санаторий. Шахтеры могут отдыхать здесь семьями, так и отдых приятнее, и профилактика здоровья успешнее. А отдохнуть есть здесь где. В солнечные теплые дни всегда полон городской пляж.
осечанских мальчишек. Ведь отсюда, с водной станции, начался путь их знаменитого земляка Николая Чужикова, чемпиона Олимпийских игр в Токио. Здание водной станции построили сами горожане в свободное время. Теперь это любимое место отдыха, где в парке всегда празднуется День города, День химика, День физкультурника, и всегда с выдумкой, не по шаблону, интересно и занимательно. Уходят из Лисиченска тяжело груженные составы, расходятся в разные концы страны продукция города Труженика. И пусть он сравнительно невелик, но место на экономической карте страны занимает достойное. Таков Лисиченск сегодня, со своей интересной историей, с нынешними проблемами и с надеждами, устремленными вперед.